Здорово всем, ребят. Сегодня у нас на обзоре бой на имбовой десяточке чешской в среднем танке ТВП Т-50-51. Пока загружаемся, хотел бы обязательно сказать вам всем спасибо за подписку, за лайки, за комментарии, за то, что присылаете видео для обзоров. Так, ну и что? Мы уже погнали, да, в бой? Итак, сейчас как загрузится этот великолепнейший имбовый барабан на 4 снаряда. Ага, разъезд поехал, СТшки поехали на левый фланг, ТТшки с ПТшками направо, средний фланг, да? Кто-то по центру рванул из ПТшек. Да, все, итак, писец, первый видно. Засветился Т-62А. Прячьте жопу, и паримся. Что, нет, не успел получить, ну и снаряд, опа, только 50 беда будет получать. Ай-яй-яй-яй, ай, Т-62А вернулся за плюхой. Нет, один раз, да, только одна плюшка зашла. Ну ничего, два снаряда уже влетело, один по 50 бев, а другой по Т-62. Что наш игрок делает? Ага, сейчас чуть-чуть объедет здание. Да, ну да, ну да. Так, ну там прожику надо по-любому помогать, потому что 50 б тоже лютый, в принципе, с барабаном на 4 снаряда. Как бы там ни говорили, фе, фу, картон, г, 3 снаряда, не знаю, великолепно с 4 снарядами играть. Так, ну что, второй барабан уже наш игрок отдал, и прожик забирает Т-62А. Остался 50 б картонный, мой любимый тяжик. Эх, не, ну, тут-то он любимый, но это когда я на нем играю. А когда против меня, он ни хрена он не любимый. О, есть сейчас фугасиком, да? Да, в бочинку. Ай, в сладкий бортик на 174. Во, 699, вот это хорошо, второй снаряд попал. Так, ну что, насчет пока 2-1, да? В принципе, мы ведем, но там наши держатся. Так, надо заезжать тут сзаду и наваливать по полной программе. 8 секунд до зарядки. Так. Так, 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 так. Ну что, кто у нас тут попадется? Должен объектик, да? Да, вот он, объект 268. Счет уже 2-2. Не, ну наши ребята там держатся в центре. Объекта надо по-любому забирать, он здесь лютый, который не нужен. Опа, ВКшечка, ой, как хорошо, ой, как хорошо. Вот так вот, с одного барабана двух сразу противников в минус. Так, на шотный прожик, конечно, рискует, чтобы не кто-то развернулся, разочек дал. Даже если рядом снаряд пролетит, уже зацепит и завалит прожика. Счет 4-4, вот посмотрите, просто ровный бой. Равный, ровный, равный. Равный и ровный. Вот так будет. Так, ну тут Е100 закружилось. И все. И Е100-очка ушла в ангар. Угу. Т110 и 5С. Это что ж такое? 5. Ух ты! Бабаха сзаду. Это опасно, конечно. Ой-о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 й. Фух. Вот это фартануло, что бабаха не попала туда, куда нужно. И очень долго выцеливался. Ну, нужно правильно, Т110 опять забирать по-любому. Там бабаха, походу, впирается, да, именно? Угу. Так, ну что, наш игрок остается один на один с фуловой бабахой, которая вторым снарядом дает на 575, да? Ага, ну с такими выстрелами, так, ну что. Круть-верть, ну круть-верть тут по-любому. Карусель придется устраивать. Давай, 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 давай. Так, и 13 секунд до зарядки барабана. Ну, надо держаться. Давай, давай, щеми, щеми, есть, красавчик. Давай. Все. Все, торбочка, бабахи. Ну, тут уже все. Нет? Ой, ой, как она хорошо разворачивается. Тут опасно. Есть. Фух. Это было, конечно, хорошо. Вот эта дуэлька с бабахой, это хорошо. В принципе, одно малейшее движение влево-право куда-то не туда... Это бы, блин, мне кажется, не простило бы. Хотя, хрен его знает. Некоторые люди в таких ситуациях так тупят. Поэтому, ну, от нашему игроку огромное спасибо за такой бой. Великолепный бой на 6400 урона на ТВПшке. Просто супер. Ребят, всем огромное спасибо, кто подписался. Кто не подписался, подписывайтесь. Присылайте видео для обзорчиков. Ссылочку на email, вернее, email я оставлю в описании обязательно. Так, ну и огромное всем спасибо еще раз. Пока, ребят. До новых встреч.